Всем привет, мои хорошие! А у нас вот такая вот погодка. Обещают ухудшение нам. Сегодня ночью было плюс 8, сейчас плюс 16. Это еще тепло, потому что было плюс 11. Посмотрела прогноз. Ну, несколько дней еще постоит где-то так плюс 16. Плюс 15, а потом все ухудшается. Ухудшается очень жалко, потому что еще бы тепло постояло. Вон у меня, посмотрите, клубника в самом цвету. Цветет, и ягодки зеленые. Некоторые, конечно, краснеют. Некоторые я уже полопала. Ну, жалко. В том году я в это время даже несколько баночек варенья закрутила. Очень жалко. Вот лишние, которые мне, казалось, смешались, я выдрала, ведро посадила. Так делаю. В том году тоже. Они прекрасно даже до семян доходят. Немножко почистила в этой клумбочке. Не помню, показывала я вам. Вот этот цветочек называется свиные уши. У него прикольная бархатистая поверхность. А он еще цветет. Ну, сейчас уже осень, конечно, не до этого. И здесь тоже клумбочки почистила. Вот, красавчики. Гладиолусы. Ну, все. Больше уже чистить не буду. Потому что уже осень. А это моя новая розочка. Цветет. Такие маленькие розочки у нее. Сделала овощную рагу. Полностью из своих продуктов. Очень вкусная получилась. Под конец добавила чесночок и закрыла крышечкой. Приятного аппетита и всем пока-пока!